Акция «Ко дню Победы. Дерево памяти» состоялась сегодня в центральном районе Красноярска. Школьники вместе с ветеранами и местными жителями высаживали елки во дворах, где живут или жили участники Великой Отечественной войны. А на ветви привязывали георгиевские ленточки. Эта идея возникла 3 года назад, и с тех пор каждой весной активисты привозят все новые и новые деревья. Всего их уже больше 100, и каждое посвящено конкретному человеку. Самую первую ель посадил красноярский ветеран и герой войны Иван Аношенко. Ему было 95 лет. Это был день его рождения. И вот с него мы и начали движение вот этой акции «Дерево Победы». И он принимал активное участие в высадке деревьев. Здесь было не одно дерево, несколько деревьев. Но одно из них было посажено непосредственно в память о нем, о его подвиге, о его участии в Великой Отечественной войне. Мы будем каждый год именно «Дерево Победы» такую вот акцию проводить. Мы же... 75 лет? Нет, нет, нет. Мы просто, вот у нас вроде как 3 года назад зародилось, потом и на следующий год мы раз, а что, мы остановимся, что ли? Нет. Но если мы не остановились, как говорится, на следующий год, мы, значит, наверное, не остановимся уже никогда.